Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про проблемні питання перевезень у місті Дніпрі. З нами директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев. Пане Ігоре, я вас вітаю. Власне, перше питання, те, що обговорюють всі містяни без виключення сьогодні, це запуск так званого річного трамвайчику, як його називають. Тобто це річкове перевезення в районі Центрального мосту. Скільки це коштувало міському бюджету, хто надав катери, скільки буде працювати цей проєкт? Ну, давайте почнемо спочатку. Тобто, вчора дійсно міський совет по ініціативі мера міста проголосував і дав поручення комунальному причалу, міські причали, організувати переправу через річку Дніпр посредством сообщення теплоходу. На данный момент работают два теплохода. Сегодня утром, это в 7 часов утра, эта переправа начала работать. Мы увидели, что двух теплоходов, наверное, будет недостаточно. Уже на вечер, на сегодня на вечер будет курсировать три теплохода. Ну и на завтра планируем на утренний час пик 4 теплохода. Параллельно в бюджете города были произведены изменения в связи с этим, и КП «Причалам» выделено 2 миллиона гривен на организацию всего процесса переправы. То есть вы должны понимать, что это не только плата непосредственно теплоходам, но это и дополнительное обслуживание, организацию причалами. Это тоже необходимо выделять определенные средства. В решении сессии прописано до открытия центрального моста. То есть мы сейчас не будем говорить о дате, то есть дата всем известна, насколько я понимаю. Ну, на когда мы должны открыть назначена дата, когда мы должны открыть новый мост. Вот. Ну и, соответственно, вот за это время будет курсировать этот речной трамвайчик. В дальнейшем будем смотреть, насколько он будет пользоваться спросом. Понятно, он уже в дальнейшем может быть не на безоплатной основе, а уже там будет какой-то коммерческий тариф. Если КП «Причалы» увидят в этом целесообразность, то вполне вероятно, может быть, он и останется в дальнейшем. А оці 2 мільйони, про які ви сказали, вони, власне, на що виділені? На оренду катерів, на заробітну плату, на що? І, до речі, цієї інформації немає, наскільки я знаю, в відкритих джерелах, і торги у ProZorro не проводилися. Ну, зараз не проводилися. Тобто у комунального підприємства є повноваження на первоочередное, и сегодня это произошло, подписание договора на дотендерную сумму, и в ближайшее время, понятно, коммунальное предприятие объявит торги и проведет торги на остальную сумму. А між ким і ким договір був підписаний? Я точно сейчас сказать не могу, но частное предприятие с коммунальным предприятием. Взагалі, якщо говорити ваші прогнози, наскільки цей вид транспорту буде ефективним? І ви сказали, що можливо буде розглядатися питання про те, щоб і в майбутньому продовжити роботу річного трамвайчика цього. Але є ще переправи, скажімо, в районі Кайдацького мосту, в районі Амурського мосту, в районі Південного мосту. Чи можливо, що це буде декілька, скажімо так, місць переправи? По реке? Так. Нет, мы не рассматриваем дополнительно еще речную переправу в районе остальных мостов. То есть в данный момент это, понятно, вынужденная мера в связи с перекрытием. То есть увидели, что большое количество граждан нашего города начали переходить мост пешком. Но, насколько я знаю, проект предусматривает полностью перекрытие и пешеходам
центрального моста, то есть велосипедистам и пешеходам на какое-то время тоже прекратят сообщение, то есть, соответственно, граждане не смогут даже перейти. Потому мэром города принято было решение о том, что необходимо организовать эту переправу. Мы ее просчитывали, эту переправу, и в прошлом году, но так как в прошлом году мост не был перекрыт для общественного транспорта полностью, то отпала надобность, в принципе. В этом году общественный транспорт не курсирует через центральный мост, потому этот проект подняли прошлогодний. Мы, правда, считали там тоже на каштан, понимаете, да, у нас есть Галина Андрусенко, которая обеспечивает также регулярные перевозки на выходных. Но целесообразность применения каштана отпала из-за того, что у него достаточно большое время для осуществления маневров, то есть ему на швартовку там порядка 30-40 минут надо на оба берега. То есть а если пешком переходить порядка 15 минут, то теряется смысл. И плюс переход у нее там 20 минут, ну около часа занимал переход у Галины Андрусенко. То есть у нынешних теплоходов, если так можно это сказать, да, переход занимает до 15 минут, сам переход. То есть погрузка, переход и выход пассажиров. То есть где-то около 15, там, 18 минут. Да, мы сегодня увидели, что переправа пользуется громадным спросом. И действительно организовались большие очереди, потому принято решение доставлять подвижной состав. Ну, кораблики доставлять будем. Сегодня вечером я после передачи буквально сразу поеду на вечерний час пик. Он, конечно, немного растянутый, он не будет как утром. Но на вечер мы уже ставим 3, а на завтра планируем поставить 4. І все ж таки, хто надав катери? Ті, що зараз є два? Я не знаю конкретно названий компаній. Да, то есть это частные компании, которые обслуживают туристические поездки. Вы их все видите. Они установлены на причалах. Насколько я знаю, у них у всех есть лицензированное право осуществлять эти перевозки. То есть у непосредственно участника проблемы с документами нет. Комунальное предприятие, да, берет в аренду, на это подписан договор. А як здійснюється оплата? Це попередня оплата, це після перевезень? Після перевезень, так. Попередня ніхто оплачувати, так. Тобто це по факту виконаних перевезень. А не згадаєте, яка сума приблизно в день на це йде? Це, зрозуміло, це і паливо, яке використовується, і робота? Я точно не пам'ятаю цифру, але там калькуляція йде почасова. Почасовая, да, час работы планировался, и вы видели график работы самого речного трамвайчика предварительный, был интервал 15 минут, мы анонсировали, это между 7 и 10 часами утра, и после 17 до 20 часов утра тоже 15 минут между. Этим временным интервалом планировалось полчаса. То есть мы планировали для начала пустить 2 трамвайчика утром, 2 трамвайчика вечером на вот это время, и один трамвайчик курсировал бы в течение дня все время. То есть сейчас мы видим, что необходимо больше, то есть, соответственно, будет меняться. То есть там проплата идет почасовая, то есть там независимо количество ходок, независимо количество перевезенных пассажиров, то есть именно непосредственно, ну, вы видели, если вы наблюдали, то катера не стоят. То есть катер пришел, пассажиры с того берега вышли, произошла загрузка новыми пассажирами, он ушел. То есть они просто так там не стоят. Давайте поговоримо про інше питання, що стосується транспорту. Нещодавно виконком міської ради прийняв рішення про підвищення граничного тарифу на проїзд у транспорті у Дніпрі. Коли, власне, можна очікувати підвищення безпосередньо цін на проїзд для містян? Давайте коснемся не тільки автобусних перевозок, коснемся в даному випадку ще електротранспорту. Я напомню, неділі полторы или две назад я тоже выходил в средства, обращался к средствам массовой информации, и мы делали большую пресс-конференцию по поводу подорожания проезда и в электротранспорте. То есть действительно это актуальная проблема, до 6 гривен. Вот, ну, плюс мы там целый ряд положительных моментов, что касается проездных, я сейчас просто
по памяти не помню. То есть, ну, будет выгоднее покупать, если вы постоянно пользуетесь электротранспортом, вам намного выгоднее купить проездной, чем единоразово проплачивать эти поездки, покупая талон у кондуктора. Что касается автобусных перевозок, да, решение принято, но если вы помните, на общественных слушаниях это было общее консолидированное решение между общественниками, между предприятиями и департаментом транспорта, что после принятия ограниченного тарифа непосредственно на исполкоме последует за этим полная ревизия подвижного состава, чем сейчас и занимаемся. То есть сейчас уже обследовано более 40 маршрутов. На этих 40 маршрутах были выданы предписания, постоянные монитор происходит, то есть мониторинг ситуации. На данный момент, вот на сию секунду, ни одному маршруту мы не можем как бы отпустить, так в скобках слова, тариф. Потому что везде есть замечания и по подвижному составу, и по техническому состоянию, и по наполнению, и по графикам движения, и по плановому заданию. То есть мы видим, да, действительно большое количество замечаний. Пока эти замечания не будут устранены, разговаривать о повышении тарифа будет сложно. То есть это не будет, знаете, там повышение тарифа, ну, лавинообразным, то есть всем одновременно открыли тариф. То есть если перевозчик показывает качество обслуживания на маршруте, которое соответствует требованиям пассажиров, требованиям департамента транспорта, тогда мы будем рассматривать ему подписание дополнительного соглашения и поднятие тарифа. Если качество обслуживания будет желать лучшего, тариф мы поднимать на этих маршрутах не будем. Тобто про сроки зараз говорити поки що рано підняття? На даний момент рано. Тобто пройшла перша волна моніторинга, тобто група общественників, група департаменту транспорту вместе з перевозчиками виїжджали на маршрути і актували замечання. Тобто ці замечання предоставлені перевозчикам, і поки вони їх не устранять, розговор не актуальний. Але все ж таки, щодо граничного тарифу, профільна депутатська комісія з питань транспорту і зв'язку не підтримала це рішення, причому одноголосно не підтримала. Чому виконком не дослухався до депутатів? Це все-таки виборна посада. Немного вопрос не ко мені, ви розмовляєте в третіх лицах. Це профільна комісія і виконком. Тобто, чому виконком підтримав? Ну, все ж таки, я думаю, департамент був за підвищення граничного тарифу. Тобто, є определені розрахунки економічні. Ми не маємо права, знаєте, якщо ми розмовляємо в руслі юриспруденції, в руслі законного, тобто, ігнорувати те, що требують перевозчики, невозможно. Тому що вони, згідно закону, требують при колебанні тих чи інших входящих затрат, которые формируют тариф на 10%, они имеют право обращаться. Имеют право обращаться. Несколько раз было собрано, то есть провели два раза громадские слушания, несколько раз было собрано с замечанием, снова же, общественников города эти расчеты на тариф. То есть мы увидели, что в принципе они объективны как расчеты. Но жители города, мы снова же смотрим и вторую точку зрения, говорят, что тариф, да, понятен, но при этом нам необходимо еще и получать качество. Потому мы с другой стороны, с одной стороны мы прислушались непосредственно к зову перевозчиков, но с другой стороны мы также и слышим горожан. Если мы видим сверхпереполненный автобус, у которого отваливаются сиденья, колеса, в кулак ржавчина, побитые стекла, обклеенные, и вообще стыдно к нему подойти, понятно, что никаких 8 гривен здесь разговор объяснить не будет. А чому такі маршрути, такі автобуси взагалі виходять на маршрути? Ну, є такі прецеденти. Є такі прецеденти, я не отрицаю. Тобто ми постійно це моніторимо. Я, якщо ви бачите, як громадянин, да, нашого міста, такий прецедент, пожалуйста, фиксируйте ситуацию, сразу же жалобу либо на горячую линию мэра, либо напрямую в департамент транспорта, либо там написали в соцсети, тегнули меня, я это увидел. То есть к
каждый момент мы реагируем, сразу же актируем, сразу же реагируем по перевозчику и максимально быстро убираем этот подвижной состав с перевозок. Я могу сейчас рассказывать там целых 15-20 минут о том, что мне в оправдании говорят директора фирм в этот момент. Еще коротко. Чем вам это выправдовать? Ну, образно, от недостатков водителей, от хамского отношения водителей, что мне вот все, я вот держу его только из-за того, что он водит, не терять график. Если я сейчас уберу автобус, то, соответственно, интервалы повысятся, людей я не смогу перевезти. До снова же повторения про тарифы. Я не могу купить подвижной состав, экономика не бьется, людей мало, льготники не плачены, возить их тоже приходится, и вообще днем никого нет, и вообще вплоть до того, что у нас там несовершенная тарифная сеть. То есть я вам серьезно говорю, то есть, оправданий, ну, 20-30 пунктов у каждого перевозчика, я их уже знаю наизусть. Вот, то есть... Но, снова же, анализируя, есть у нас целая группа маршрутов, которые обслуживаются, ну, более-менее качественно. То есть, действительно, есть перевозчики ответственные, тем, которым не нужно говорить по 152 раза. То есть, ты говоришь один раз, они выполнили, закрыли проблему, какое-то время этой проблемы нет. То есть, проблемы возникают постоянно, потому что это все-таки подвижной состав, он со временем изнашивается, амортизируется. Понятно, если мы там образно на какой-то промежуток времени устранили проблему, а ее не будет какое-то время. Через какой-то промежуток времени мы актируем, проводим ревизию заново, мы снова находим ряд определенных проблем, снова предъявляем их перевозчику, перевозчик в состоянии их там, ну, мы их 10 дней даем на устранение всех этих проблем. Но есть же перевозчики, которым говоришь, и они как бы не видят этой проблемы. Вроде бы там что-то сделали минимально, вроде бы открестились от департамента транспорта, что не слушают, но в процессе ничего, принципиально ничего на маршруте не поменялось. Понятно, то есть результат, можно расторгнуть договор, но на данный момент рынок самих перевозок, он не настолько плотный, как конкурентоспособный, чтобы выбрать какого-то перевозчика в альтернативу. Мы уже пытались и обращались к иногородним перевозчикам, те, которые обслуживают в других городах, но на данный момент у нас очень сложная ситуация, и очереди на обслуживание маршрутов в городе Днепре нет. И я считаю, что, ну, если посмотреть и проанализировать, то на самом деле и в других городах примерно такая же ситуация. Такая же ситуация. Можно оценивать, у кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но, ну, в среднем по Украине состояние автотранспорта находится, ну, в одинаковом состоянии. То есть, понятно, мы требуем постоянно обновления, то есть тариф мы держим достаточно высокий, то есть мы не говорим, что у нас 4-5, да, там, где там в некоторых районных центрах тариф обеспечивает. Но на самом деле, если вы приедете в этот районный центр и увидите за 4 гривны тариф и на чем там передвигаются пассажиры, ну, они там рискуют, очень сильно рискуют. То есть очень много финансирования уходит непосредственно в безопасность. Мы постоянно требуем, чтобы была обновлена аптечка, постоянно. Постоянно требуем для того, чтобы постоянно обновляли огнетушители и постоянно, чтобы была качественная резина. То есть это вот у нас как закон. Параллельно идет внутреннее состояние кузова, наружное состояние кузова, состояние стекол, состояние рулевого механизма и так далее, и так далее. То есть в эти узлы, то есть, ну, для того, чтобы их держать в технически исправном состоянии, ну, действительно выделять нужно какое-то количество средств. За 4 гривны или за 5 гривен, я не уверен, что это обеспечивается непосредственно безопасность. Просто если посмотреть, да, у нас есть такой сезон колесопадов, мы их называем. Действительно, это сезон, который переходит с зимнего на летний и с осеннего на зимний. В тот момент, когда большое количество автобусов
меняет резину. Понятно, ну все знают, кто автолюбители, кто имеет автомобили, записаться на шиномонтаж, это нужно за неделю, за полторы недели, то есть очередь большая. Ну и, соответственно, шиномонтажники относятся в этот момент к своей работе недобросовестно. То есть банально не закручивают гайки. Да, тут нет оправдания, потому что автобус должен выйти с АТП, и механик выпускающий должен это проверить. Это уже непосредственно претензия в предприятии. Но действительно факты проскальзывают. У нас на самом деле в городе где-то порядка 1400 автобусов. То есть и там 1-2 всегда появляются. То есть средства массовой информации следят за нами очень хорошо. То есть если мы имеем факт там, отпавшего колеса, то сразу все об этом знают. Ну, если смотреть в целом по Украине, то на самом деле у нас не такой уж большой процент именно вот критических технических нарушений. Технических, когда у нас там совсем лысая резина или там лопнула покрышка, отпало колесо, отпала полуось. Да, рессоры, но рессоры все-таки, где, если по центру города смотреть, то покрытие у нас асфальтовое нормальное. То есть, а если выезжать уже в отдаленные районы, там есть проблемы и с асфальтовым покрытием. То есть, соответственно, постоянно автобус двигается по этим направлениям, вплоть до того, что ломаются рессоры, то есть механика постоянно выходит из строя. На это тоже постоянно нужно выделять средства. И этих объяснений у перевозчика, поверьте, очень много. Ну, наскільки я розумію, саме з цієї тематики Борис Філатов заключив з вами парі, про що він нещодавно сказав. Можете розказати про цю ситуацію більш докладно? Що було за парі? Які його умови? Ну, Борис Альбертович, на самом деле все правильно, все как раз в даному случаї розказав в повному об'ємі. То есть, действительно, есть определенные объяснения со стороны перевозчиков, но есть, знаете, такие железобетонные аргументы со стороны городского совета, со стороны мэра города. Ну, если вы не можете обслуживать и держать марку определенного класса обслуживания, тогда берите и уходите с рынка. Но, действительно, когда начинаешь обращать внимание непосредственно на маршрут, точечно им показывать эти устроения, то есть нет, 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 мы сейчас все сделаем. Ну, я думаю, что в ближайшее время у нас есть определенный план, я предоставлю его мэру города, мы обсудим, потому что там есть ряд непопулярных решений для жителей города, как оптимизация маршрутной сети. То есть мы хотим... Это скорочение маршрутов, я к чему. Количество маршрутов, да, то есть есть определенное мнение. Снова же оно объективно, это отрабатывалось еще там года три, по-моему, назад совместно с Винницким университетом. Сейчас мы имеем контракт с компанией A+S по транспортной модели, то есть и с этими специалистами мы оговариваем, да, действительно, маршрутная сеть в городе, она требует корректировки, потому что там 3-4 маршрута в одном направлении и тупики у них разные только там на расстоянии квартала или полтора квартала, а это на самом деле метров 500-600. Ну, у нас так люди разбаловались, у нас так люди любят выйти через калитку и сразу же усесться в комфортное авто. То есть, а пройти там 10 минут до центрально-центрального образующей остановки и сесть в большой автобус, у нас очень большое количество граждан, ну, ненавидит, вот так могу сказать. Но если мы хотим увеличить классность подвижного состава, то есть отойти от спринтеров, отойти от рут, то есть хотя бы использовать средний класс и большого класса автобусы, нам необходимо с 4 маршрутов оставить 2, а то и 1. Потому что первого класса автобус, которого 70 человек, пассажира там 60, 50, более 50, да, там, скажем, мест пассажира вместимость, он очень резко затратен в обслуживании. То есть все запасные части у него гораздо на порядок дороже, и, соответственно, затраты на горюче-смазочные материалы. То есть потребление топлива у него сразу же в 2-3 раза выше, чем у обычного спринтера. И он пустым
передвигаться не сможет. Он сможет передвигаться буквально неделю, пока у хозяина не закончатся деньги его заправлять. Ну, наскільки я розумію, це період ваше і Бориса Філатова стосувалось і кадрових можливих рішень у департаменті транспорту. Чи це так? Ну, це результат. Тобто ми дійдемо до граничної точки, тобто вже там вже меру можна буде оцінювати. Це квітень наступного року чи як? Ну, розговор був, да. Так. Добре, давайте поговоримо ще про таку тему – нові трамваї. Лишається у нас не так багато часу. Нові трамваї, коли вони вийдуть на маршрути? Давайте так говорити. Тобто, бувши в експлуатації в Германії, да? Тобто, ну, щоб я розумів. На даний момент, по моїм даним, вже реконструйовано 3 единиці. Ми на прошлой неділі, конкретно в суботу, проводили испытания, потому что нам необходимо было проверить в наших условиях эксплуатации данный тип подвижного сустава. Мы его загрузили песком, то есть имитировали загруженный, и по уклону проверяли возможность торможения, достаточных тормозов, ну, выполняли определенные регламентные работы для удостоверения, что они полностью обеспечивают безопасность перевозки пассажиров. То есть, ну, на самом деле, там образно один мы можем выпустить завтра. Но хотелось бы их накопить какое-то количество, чтобы люди уже видели, ну, это видно было для и значимо было для жителей нашего города. То есть, ну, в середине августа, под конец августа первую партию, я думаю, мы уже выпустим. Это кількість яка? Первая партия была 6 штук. И это какой маршрут? Это первый? Нет, я думаю, что на первом маршруте подвижной состав в достаточно нормальном состоянии, то есть это не самый плохой маршрут. Мы расцениваем, либо это будет 15-й маршрут, либо 11-й. Ну, я склоняюсь ближе к 15-му. Ваша думка, як можна розгрузити наш транспорт, бо, власне, зі спальних масивів до центру зранку і навпаки ввечері їхати практично неможливо? Ну, тут знову ж, є кілька системних питань. Якщо можна коротко, лишається буквально хвилина у нас. Последние 3 года количество автобусов уменьшилось в городе где-то порядка на 200-250 единиц. И на самом деле это, ну, как бы не то, что их вообще не существует, этих автобусов. Автобусы есть, и есть запасы у перевозчиков, там крупные перевозчики показывают эти автобусы, вот они стоят. То есть очень большая проблема, и это действительно она есть, и она есть во всей стране, это не то, что Днепр. Она есть и в электротранспорте, она есть и у автомобильных перевозчиков, и она есть действительно по всей стране, это недостаток водителей. То есть, когда открылись границы, очень большое количество водителей выехали на заработки в ближайшие страны. То есть, это направление Польши, это направление Чехии, это направление Германии. То есть, понятно, что существует определенный разрыв заработной платы. То есть, почему они уехали? Ну, потому что там в два с половиной раза заработная плата будет выше, чем сейчас на рынке предоставляют перевозчик. Но все же это все равно касается в итоге тарифа. То есть если мы повышаем тариф, то, соответственно, заработную плату можно будет платить водителю выше, и водитель уже будет оценивать, получать там в 2 раза, либо здесь чуть меньше, но все-таки на родине. То есть это, ну, процентное соотношение, если сравнивать, мы постоянно сравниваем, что было до 2014 года и что происходит сейчас. То есть вы должны помнить, до 2014 года тариф на автобусах был 4-5 гривен, то есть до 5 гривен. 5 гривен на тот момент это было 50 центов. Сейчас 8 гривен это далеко не 50 центов. Понимаете, о чем разговор? Вот это вся экономика. Так, що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директором департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігорем Маковцем. На все добре.